Он за картой, видите, появляется? Специально так сделано. Воу. Ты дурак, что ли? Тебя бою. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Дардрагон, NoTrade, Семка, King and Fire и очень много классных пацанов. Скажите крутые слова. Вечер хату, народ. Всем привет. Я сегодня листал воркшоп в Стиме и нашел офигительный мод на NPC Doom. Их здесь очень много, поэтому если опять кушайте, приятного аппетита. А у нас сегодня классный обзор NPC-шек с игры Doom. Поехали. Я думаю, что этого... Стойте, вы сильно быстро убили. Давайте его хотя бы сначала рассмотрим. Кстати, очень детализировано, прям классно с игры перенесено. Даже тени откидывают, все четко. Ой, парт. Хорошо, поехали. Второй у нас. Долагало. Ничего страшного. Бегайте. Лучше я рекомендую бегать от него. О, смотрите, пацаны, даже щит поставил. Нифига себе. Извини, чувак, обстоятельства. Ничего лишнего. Armored Baron, третий. О, смотрите, прям вообще круто сделано. Броня снимается. Ну, у него, короче, вообще никаких шансов против... Зашли здесь пацаны-убийцы. А что это было? Звук прикольный. Офигеть, я думал, так у меня такой. Ну чё, поехали. Baron and Hell. Обычный мод. Убил. Ли. Давайте я поддам немножко жары. Чё? Ну а чё ты хоть так? Подожди. Ты не ссы, дальше будет жестче. Blood Micro. Смотрите, нормально. Это как такой, знаете, мини-босс был. Вообще без шансов. Да. Ты видел тоже? Обратил внимание, круто сделано. Буф тотем. О, подожди, а чё это такое? Это тотем безобидный. А что ему делать? А, он просто это как... Понял, пацаны, да. Понял. Давайте тогда, я его убрать не смогу, но давайте мы сделаем вот так-то. Чистим карту. Поехали дальше. А как вот демон? Ну так оно читает. О, смотрите, я думал будет побольше. На! Короче, вообще никаких... Ну что вы такие жесткие? Каркас! О, смотрите, жердяй на... Да успокойтесь, ну пацаны, что вы тут? Дайте 5 секунд пожить. Уебел. Я не знаю, так и читает. Это камикадзник, отходите от него лучше. Точно, офигенно сделано. Курсет Провлер. Да, пацаны, ну вы мало... Не, ну мне нравится. Нормально, это такой обзор. Все видно сразу четко. Сайбер Монкубус. Хоть поугарать, название такие прикольные. Это такой прям жесткий, да, пацанчики? Ой. Сейчас уже будут такие боссы, когда будут нас мочить. Лучше перепрыгивать. О, смотрите, электрические штуки бросают такие, зеленые. Давайте еще раз, мне он понравился. Кстати, ребята, досмотрите до конца, потому что в конце мы поставим очень много монстров. Ай-яй-яй-яй-яй. Dark Lord. Это про меня, что ли? Вот это он мочит, смотрите. Эй, ты... Музычка такая... Смотрите, он тпхается, ничего себе. Ну чё, вы его убьете или нет? Нет, вы не можете его убить. Нифига себе он мощный, ребята. Это реально мощь. Помогу пацанчикам. Ну чё, давайте, мочите его. И реально ничего сделать ему никто не может. Потому что это настоящий босс. Ай-яй-яй. Ну так бывает. Обстоятельства, потому что он по карте перемещается. Наваливаем, пока он останавливается. Это, знаете, прям босс, к которому надо подобраться, как правильно его мочить. Отойдите, сейчас пушка будет. Ой-ой-ой.
А это еще миньон у него будет? Он еще миньонов будет. Вот это мощный. Ой-ой-ой. Это его не убьет, походу. Demonic Troopers. Опа. Ой, прикольно развалился. Обратили внимание? Doom Hunter. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да хоро меня убивает. Ок, вот есть оружие нормальное такое, только не бомба, а что-то... А, ну ты, наверное, миниган брать, миниган хорошо дамажит. О, смотрите, следующий левел, ого. Замочили, пацаны, ну это было жестко, скажу. Кнайт. Понятно. Гордолия. Горголия получается. Гордолия. Я понял, вообще ни о чем. Гигантский танцикль какой-то. Не знаю, если я неправильно читаю, просто угораю. Ё-моё. Угу. Я хотел внутрь запрыгнуть. Так, я так понимаю, что сейчас будет что-то жесткое. Гладиатор, пацаны. А, вот. О. Он. Так, я его, знаете, мы его не будем ставить, потому что авторская музыка наложена. Не будем рисковать. Голд босс. Опять этого. А, это тот же самый. Это тот же самый. Я прям хочу, чтобы они разные все были, потому что их здесь много. Хелл Кнайт. Это отлично, можно упросить. Ага. Я понял. Убили сразу. Так. Hell Soldier. Я понял. Кончен. Hell Soldier щит. С щитом, пацаны. О, прикольный эффект, да? Озвучка в этом моде очень круто сделана. Мне прям нравится. Iron. Нравится вам, пацаны, вообще этот мод? Да, конечно, да, вообще прикольно. Да, нормально. Icon of Sin. Только что это за дирижабль? Ого! Вот это жесть! Не, можно одну вещь убить. Какой? А чё они мочат? Ладно. Ой. О, саундтрек какой. Да-да-да, я не буду рисковать, потому что сейчас будет похоже на него, так что всех рассмотрим. Iron of Sin, Stage 2. Смотрите, он за картой идет. А где он? Ё-моё. А я, он у меня исчез почему-то. Он потому что бежал на нас. А ну стойте, давайте еще раз его поставим. Он за картой, видите, появляется? Специально так сделано. Воу. Ты дурак, что ли? Я тебя боюсь. Вот это вообще жесткий. Ребята, если нравится этот мод, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы стараемся всегда снять что-то очень интересное. Но это одно из них. Я так понял, что он бессмертный. Такое возможно, кстати. Да босс, считай, как... Он только против робота должен был драться. Да? ЛМП. Я понял. Вообще ни о чем. Lost Soul. На! А, как понял. Манкубус. Ого, огнеметчик мощный. Против. Сейчас взорвется. А, не, я видишь, обращаю. Бывает, что такое, ну, что взрывается в конце. Против. Мародер. Вот этот босс считает, Дим, это босс точно. Ну такой, смотрите, более такой жесткий пацан. Убил даже кого-то, представляете? Ого, и меня дамажит. Это хороший прям пацанчик, мне нравится. Настоящий босс. Я думаю, мы его убьем, да, пацаны? Ну, жизни много даже. Смотрите, мы валим с разных модов, разными оружиями, и все равно не убивается. Ну давай, иди сюда. Ах ты,
Ну чё, давайте уже его замочим или что? У него мало хп осталось. А где ты его жизни видишь? Я его жизни не вижу. Эй, слышь, о, замочили. Реально был настоящий босс, да, пацаны? Это босс один. Мойка дрон. Ого, и убить убил, успела кого-то. Ты во мне его заспавнил. А, мета-зомби. Самый обычный босс. Пейл элементар. Элементал. Убили, убили. Так. Пинки. Пошел, пошел, пошел. Смотрите, такой динозаврик, да, прикольный, розового цвета? Мне нравится. Но у него очень мало жизни. Кстати, тут даже такие были боссы. Вроде с виду конченые, а начинает мочить. А, провлер. Я понял. Ревенант. Да, погнали. О, ты такой интересный. Бордерлендс напоминает даже чем-то. Есть такая буква, да? Риот Солдер. Вообще, моментальная смерть, ни о чем. Быстрая какая-то, прям был щитом. Так, скритчер зомби. Драгон, хорошо гвать. Дай меня посмотреть. Даю шанс. Спектр. Я его не видел. А он невидимый, да? Мочите, мочите. Есть, 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 есть. Прикольный. Вот этот прикольный NPC. Тоже невидимый. Вообще ни о чем. Это босс, пацаны. Настоящий был. Был босс, но не на... Ну не босс, не до босс. Я его даже не увидел. Сплинт. Убили. Куда? Он не убит. Где-то ходит, значит. Я нажимаю Z, и оно не удаляется. Значит, мы убили его или исчезло куда-то. Стоун ЛМП. Тентакли. Так, да, даже не дали вылезти этой штуковине. Триал, во. Это что за глаз такой? А если его... А, хотел сказать, если не буду дамажить, он меня будет дамажить? А, он телепортируется? Пацаны, вот что делает AR2 с Half-Life 2. Турет. Это фигня. Это фигня, я понял, спасибо. Классное описание мода. Я запомню, надо записать классные фразы. Это фигня. Так. Турант. Вот, что-то интересное. Убьем? Ну чё, пацаны, он замочит кого-то из наших, не? Блин, я думал, хоть мечом по башке кому-то даст. Ну ладно, не дал. У нас такая команда. Вилпаш. Какой-то колдун бывший. Мне нравится, что анимация смертей, да, тоже круто сделана? Но они сгорают. Зомби. Не шанса. Зомби. Путланд какой-то. Там была подпись в ком-то, я не хотел. Зомби Хелл. Я понял, я понял, я понял. Вы какие-то психи. Ну что, ребята, для вас. Я живой, я живой. Смотрите, какая перестрелка у нас тут. Вообще жирно. Если бы еще меня не фигачили, вот соплячье. Прикольные паучки, да, пацаны? Это самые первые, которые есть, они очень круто сделаны, но они мочат при этом.
Вот это жестко. Надо постоянно двигаться, заставляет играть как в игре Doom. Попаду по-любому. Вот это жестко. Так, давайте сделаем эпично, как мы любим это делать. Так, 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 так. Если будет, соберется 100 плюсиков под этим роликом, то мы запишем именно конкретно битву. Возьмем карты побольше, я прям разных поставлю. И у нас будет очень крутая битва. Я ставлю бомбу. Не надо, не надо, я сам все делаю красиво. Просто наблюдайте и все. А это их не убило, да? Следующая бомба там лежит еще. Не-не-не, вы не так делаете, надо не те бомбы. Не, они все еще живы. Я знаю, какой надо. Это надо знать. Я сейчас все сделаю. О. Не, пацаны, вы только себя убиваете. Давайте я сделаю красиво. И все умрут. Давай. Смотрите, смотрите просто, что сейчас будет происходить. Даже не буду возрождаться, чтобы все показать. Ну что, ребят, насколько я знаю игру Garry's Mod, я даже знаю, каких монстров, какими бомбами надо. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке, в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще.